Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы попробуем проникнуть за внутреннюю стену с игрой Pacific Drive. В прошлой серии мы, собственно, доехали до старой стены, вот, еще немножечко там поигрались с машиной. Да, это мы уже читали, загрузка с начала карты. Да, у нас машинка с электрической защитой, там, где нужна защита от радиации. Ну, все нормально, дед, как всегда. Все делает вовремя и успешно. Так, ну что, нам надо, собственно... Ага, карта поменялась, да? Ну, логично, да, она всегда меняется. Врата у нас можно открыть с самого начала, а еще у нас можно собрать якоря. Здесь их раз, два, три, четыре, пять. Пять якорей. И куча, в общем-то, всяких разных территорий. А, ну, часть якорей, кстати, она уже, да, за другой... За стеной, то есть вот эта вот штриховка, это стена как раз. А еще здесь выехать можно. Ой, как интересно. Давайте покатаемся. Пособираем, наверное, ресурсы. Благо, это у нас территория болота. По идее, у нас должны здесь быть и икринки, которых мне надо много. Еще мне надо всяких разных аномалий насканировать. В частности, мне прям вот очень нужна аномалия. Аномалия налево, может, вернее, давай прямо. Мне нужна аномалия на этот самый. На кислоту, ну, чтобы как раз сделать нормальную броню, бронированную машину. Хотя, если так здраво поразмышлять, да, там же защита от радиации — это бронированная машина, усиленная этим самым. Новая аномалия. Усиленная свинцовыми этими. Всякой хренью. Дьявольская дробилка. Как говорится, заходите, будьте как дома. Ой. Тебя я сканировал, а тебя нет. Туристский автобус. Как интересно. Ну, нам, кстати, туда. Открывашку я проходил. Или не туда? Подожди. Что-то мне не нравится тут. Давай-ка посмотрим на автобус поближе. А, туристский автобус, в смысле, тут куча туристов. Интересно. Интересно. А здесь что-то как-то... Да, ловушечка. Ремонтная станция, но она располагается аккурат в этой самой, в дьявольской дробилке. Так, тут у нас бронированные можно снять панельки. Это мы обязательно снимем. С них падают вот эти вот кристаллы, живицы. Ай, 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 ай. Не берется, зараза. Ну ладно. Хватит и того, что тут есть. Так, а это стальная панель. Еще тут радиации до хрена. А я тут такой радостный гуляю, да? Черт. Как много тут вкусных дверей бронированных. А у меня сейчас сломается, да. Ну ладно, значит, короче, сюда мы не едем. А, ну раз я здесь, давай мы тогда это... По-быстрому заберем ядро. Дефектное. И локация квестовая, по идее. Ой-ой-ой-ой-ой. По идее... Ой-ой-ой-ой. 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 По идее, не должно нас это самое... Шторм начинаться раньше, чем мы выполним квест. Кстати, тут что-то у меня машинка дымится моя. Я никак не пойму, почему. Крылья, пары. Так, у меня колесо пробило, да? Набор механика нужен. Набор механика, по-моему, есть. Да. Ну и это тоже надо взять.
Надо тоже взять, и починиться будет тоже. Так, набор механика, набор механика. Оп. Тебя. Что там у нас? Крылья и фары, да? И сделать, не сделать, у меня есть, да, новый утилизатор взять надо. Вот он. Вот он. Так, ну, ладно, бог с ней, я к ней возвращаться не буду. Единственное, что я хотел, подожди, я кое-что хотел. Я не взял, да? Куколку-то нашу. Ну ладно, придется вернуться. Во-первых, я хочу вот это посканировать. Да, это новая тоже аномалия. Ловушка для туристов. Как-то тут недружелюбно к туристам относятся. Во-вторых, я хотел взять фальшфеер. И сделать вот так. А, я думаю, может, с него что выпадет. Нет, не выпало. Ну и хрен с ним тогда. Ладно, поехали дальше. Пока не сдохли. Пожрать надо. Радиэйшн тут, да. Основательный. Так, куда едем дальше? Едем дальше. Ну, можно, конечно, и по квесту. Опа. Говорится, направо пойдешь, налево пойдешь. Нет, давай-ка лучше слева. Давай-ка лучше слева, и все-таки нет, не поедем мы по квесту сразу, но сначала все-таки пособираем ресурсиков. Тут дробилок этих много, а? Так, мне вообще когда-то налево бы. Надо только понять, куда именно. Там где-то грунтовочка, да? Оп. А, нет, это как трамплин. Трамплин нам не надо. Вот, это грунтовочка. Звуки, конечно, в этой игре, это пердец. Стоять. А, это этот. Ну, тоже, в общем, хорошо. У него почта. Сойдет. Все равно дымится. Я забыл корпус, но это движок у меня поломанный. Попробуем починить движок. А-а-а, хрена лысого. Набор механика нужен. Нужен набор механика. Мы его можем сделать. Отлично. Вот, а то, конечно, дымит тут мне. Так, это я забрал, это я переложил. Едем дальше. У меня свет заканчивается, это, конечно, плохо. Ой, что-то я, куда-то я врезался. И хорошо так врезался, должен я сказать. Можно сказать, от души. Ну, что-то, кстати, я не вижу здесь никаких акридок. Крыши мне тут и не икра, я подозреваю. Причем вообще. Не очень понятно, что на этой локации вообще имеется. А, не, вон там что-то это, шарики. Шарики, шарики. Не, да, нет, это не шарики, это туристы, блин. Опять эти автобусы.
черт, я надеялся на свинец, но... Уй, ах, краску... Хотя, подожди, краска лазурная, растворить нет, это я брать не буду. Да, это туристы, это не шары. А с туристов, как мы уже выяснили, ни хрена мне и не падает. Ну и нафиг они тогда. Пошли. Здесь игра предлагает куда-то... А, с той стороны, типа, да? Там что-то есть. Ну, тогда пусть оно там и остается. Стараемся никого не задевать. От взрывов у меня плохо защищена машина. А. А там еще какая-то новая хрень. Или нет? А, это этот, электрическая. Да, электровышка. Обломки. Стена раздолбана. А-а-а. Вот он и че, Михалыч. Ладно. Тогда едем по бездорожью. То есть не надо налево, а налево у нас тоже все перекрыто. Очень интересно. И как же? И как же? Попробуем поискать другой проход на левую сторону. Выехать вон на ту грунтовочку. Да, покружим мы тут, я чувствую. Стараемся не биться. Она перекрыта. Да. Здесь никак не проехать. Обидно. Досадно. Ну ладно. И вот в связи с этим всем кружением, я думаю, вот посидел на досуге, подумал, что зря я решил, что мне не нужен этот самый. Нет, здесь не влезем. Как он называется? Сканер минералов, ресурсов. Все-таки, наверное, нужен. Он ведь показывает не только обычные ресурсы, но и редкие. А вот это дело мне бы очень сейчас пригодилось бы. Ну, не прямо сейчас, а именно на данном этапе игры. Прям очень-очень. Короче, игра намекает на то, что нам придется ехать по сюжету. Не получится сначала пошуршать. Собрать якоря, а потом уже двигать дальше. Ладно. Придется, так придется. Поехали тогда. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Я немножко промахнулся. Ой. Стоять. А что там? А, вышка. А рядом с вышкой? Вот это вот чего? Конвертер. Металлолом в магниты. Ай! Чуть не влетел. Вот это надо. Это лим-магниты, те самые. Те самые лим-магниты. Это мне прям надо-надо. Ой, блин, куда я полез-то? Где у меня металлолом? Не очень его, правда, много. Но все-таки есть.
А там какая-то хрень тоже новая. Сейчас поизучаем. Так. Закидываем сразу все. Как говорится. Ай! 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 Отстань! Да Машу твою! Че, умереть не хватало? Нет, отстань! Двенадцать магнитов. Нормально. Для начала. Главное не потерять это все теперь. Из-за какой-нибудь ерунды, например, из-за того, что я помер. Где вообще у нас аптека? Вот. Так, подлечились. А там вот какие-то шарики я хотел посмотреть. Ну, нет, это я лучше, наверное, ой, на машине подъеду, а то что-то тут как-то стрёмно и опасно. И вообще. И вообще. Вот. А, слушайте, это, наверное, те самые шары. Ресурс. А если я прав, то он собирается пылесосом. Еще лечилку засунем. Блин, опять. Да, красные шарики. Свинец нашелся, но он был, увы, не там, где хотелось бы. Ага, то есть тебя в ноль надо, да? Нет? Да. А, нет, зашел, ушел с дробилки. Свинец мне нужен. Шестнадцать всего шариков. А, ну еще одна там, понятно. Так. Блин, ну такое дело, придется валить эту дуру, а то она мешает. Да и провод мне для меня все равно нужен. Так. Да, простой лутинг, но, блин, в очень необычном месте, очень оно стрёмное, но... Чувствую, я здесь не в последний раз в таких условиях работаю. Да, я думаю, вся внутренняя зона будет такая. А там, кстати, какая-то... А, ну мне туда и надо, я понял. Еще что-то там засосало. Да, здесь у нас красные шары какие-то. Вместо этой самой... Икры. Ну, тоже вариант. Тоже, наверное, нужный ресурс. Вряд ли тут будет прям совсем ненужная ерунда. Но я, конечно, хотел бы икру. Потому что икра у нас это... Это, блин, горелка. Ага. Ага. Ладно. Хоть немножко. Издалека, так сказать, пособирали. Не заходя внутрь. Ой. Чуть-чуть залез. Не достаю, зараза. Ладненько. Что-то как-то погода улучшилась. Посветлело. Чуть машину не потерял. Пылесос на ладан дышит. Скоро сбор ресурсов закончится естественным образом. Нечем будет собирать.
не надо ехать в дробилочку. Вот здесь объедем аккуратненько. Здесь у нас ремонтная станция, я так понимаю, да? Чини меня. Найти на вышке выключатель и запустить первую цепь. Нет? Или здесь типа энергии нет? Пункт подзарядки. А, это пункт подзарядки. Это не ремонт. Жалко. Так, ну мне туда и надо что-то включить. Это понятно. Вообще, я как бы это, 40% защиту поставил. Какого рожна меня так долбит? Не должно. А вот долбит. Так, по туристам стрелять нет смысла. Чё здесь? Хрен его знает. В красные шарики что-то. Ну, шарики мы и так насобирали, так что, наверное, не надо нам этого. Да, там открыть надо, значит, на вышку пошли. Ну, пошли. Выключатель. Не запускать первую цепь. Блин, с фонарем, конечно, не очень хорошо получилось. Как всегда, дед что-то да забыл сделать, например, нормально наделать себе инструмента на дорожку. Включим сейчас. Ты что делаешь? Взрывчатку в пластик. Гениально, да. Нахрена это надо? Наоборот, я бы еще понял. Все, здесь больше ничего. Ну, врубаем. На каждом пропускном пункте должна быть остановка зарядной станции. Там можно зарядить аккумулятор. Молись, чтобы они еще работали. Так, подключить ворота 1А, Б, С. Где выход-то? Я так понимаю, здесь очень-очень быстро будут разряжаться аккумуляторы, да? Ну, у меня вроде защита от лепездричества, плюс есть всякое разное штуки для его подзарядки. Так что я надеюсь, да, будет все более-менее хорошо у нас с электричеством. Ну чё, погнали. Нет, не погнали. Колесо пробило опять. Да что ж такое-то? Опять набор механика разбортировалась. Да ёперный бабай. Угу. Ну. Покушаться надо. Лады. Ну, мы, собственно, проехали. Ой. О. Замкнуть первую цепь. Контрольная точка испытания. А. Ну, то есть ты хочешь, чтобы я все-таки гнал, 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 да? Через дробилочку. Через дробилочки. О-о-о. Какая шикарная местность. Это я подключил первые ворота. Короче, мы тут гнать, 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 да. Лады. Погнали. Не получится, как я хотел, красиво собрать ресурс. Я уже проехал одни врата. Значит, мы тут будем
Быстро-быстро-быстро проходить все. Тобиас, что там с электричеством? Соседи жалуются на мигающие лампочки, но я им сказал, что на время перейти на свечи. Фрэнсис? Уровень только в норме, что-то там. Ай, бам. Так, а машина там тем временем у нас раздолбана. Цепь замкнута, продолжайте. Так, замкнуть вторую цепь. Подожди, продолжайте. Тут хоть немножко подчиниться надо. А то развалится на ходу наш пепелац. Блин. И это у меня защита от этого самого стоит. От лепездричества. Значит, это урон все-таки от дробилок в основном, да? Через который просто пришлось в наглую ехать. Да все поломано, собственно. Чё тут искать, выглядывать? Лепи на все подряд. Хватит ли мне ремонтный? Не хватит, она у меня одна осталась. Химии здесь как-то не густо. А между тем барьер-то надо чинить. Я вообще, как понимаю, вообще могу проходить здесь только благодаря ему. Так, фары-то ладно. Пойдем посмотрим, может там есть что. В смысле химии. То без нее будет уныло. Продолжает жрать радиация. Да, есть, отлично. Можно сделать еще. Уф, так. Блин, ну самое обидное, это, конечно, с этими. С якорями, что я их собрать не смог. Не успел. Что мимо надо было пролетать. Ты что предлагаешь? Опять взрывчатку? Во что-то. Ну, у меня, к сожалению, нет с собой взрывчатки. Да и взрывчатка тоже штука полезная. Вроде бы она там для крафта чего-то нужного. Так что нет. Так что нет. А здесь нет ничего переключать, да? Ага. Мы просто keep driving. А плазму я заберу. И провода. Это все надо для брони, которая была бы здесь вот сейчас, ну, очень кстати. Но что Дит не взял, того не взял. Почему? Потому что потратил свинец. Молодец. Задний бампер, кстати, тоже надо было бы починить. Вообще, в принципе, чисто теоретически. Ну, то есть мы вот так вот и будем ездить, вот так вот. Шик-шик-шух, и потом куда-то сюда выйдем. Жалко карту настолько в машине, пешочком не побегаешь. Там довольно далеко. Попробуем. А, тут какой-то сундук. Кстати, взрывчатки.
Чё? Кого? Тихо. Я, конечно, молодец. Ну, игли нам, дуракам, да? Там шарики. Но я хочу ядро. Тут вышка, но она вся в этой в радиации. Вот оно, ядро. Давайте его умыкнем. Все же. Ай. Где? Куда? Зацепил-таки долбанного туриста. Оно фонит, вот что плохо. Вот это нестабильное ядро, я про это забыл. Точнее, не нестабильное, а дефектное. Есть не иллюзорный шанс не добежать. Ну так-то, кстати, не так уж и далеко оно было. Это выглядело страшнее этот поход, чем был на самом деле. Так, надо еще аптечку сделать. Надо сделать еще одну аптеку. Вообще у меня две взрывчатки, но я все равно не собираюсь разменивать ее на что бы то ни было. Едем дальше. Главное, чтобы наша тележка выдержала. Да, опять дробилку. Да чтоб вам 10 раз туда и обратно-то, ну. Пердец, блин. Тобиас, начались помехи. Поток электричества ослабевает. Сейчас посмотрим. Наша электроферма выпендривается, и уже давно так не напрягали. Не волнуйся, наращивать обороты, чего-то там я не успел прочитать. Ой, прости. Ай! Блин. Или эти хрени меня чинить пытаются? Электроферма с первой по третью полностью истощены. Сколько займет перезарядка? Может, весь день. Я разберусь. Не пойму. Пытаются ли они меня чинить или наоборот ломают. Или просто контролируют проезд. Ой. Так. Твою мать. Станции с 9 по 15 полностью обесточены. На один момент, чтоб тебя. Нам нужны эти станции. Последний пункт не откроется без электричества. Перенаправляю электричество 6-й фермы. Слишком сильный ток поджарит центр управления. Слишком слабый, и все сети кранты. У нас нет выбора. Напряг прям, музон пошел. А я тут лутаюсь, понимаешь. А там как бы игра намекает, что все плохо. Так, можно и съесть консервы. Компухтер. Компухтер тоже надо. Там медная проволока может быть.
Так что мы его разберем. Да, она тут есть. Не дави на меня. Как же эта игра любит давить вот на психику? А, вот этим вот всем музончиком лютым, вот этой всей фигней, блин, ух. Сломалась. Черт, а ударный молот я бы не хотел делать. Мы магниты взяли, я смогу сделать уже более прокачанный. Но только дома. Так. Ты что, опять взрывчатку в резину? Ну да. Мечтал всю жизнь. Почти ни черта. Пара батареечек. А здесь еще рюкзачелло с тряпками. Блин, молота у меня нет. Плазму оставлять неохота. Плазму так-то тоже штука нужная. Да, это надо пойти починиться. Еще крылья и фары, да? Ну что, делать не делать? Давай попробуем без него. Ладно, бог с ней, с этой самой. С плазмой. Вот уж чё-чё, а плазма точно не последняя. Здесь ещё набор электрика нужен. Здесь набор электрика? Нет, здесь походу... Нет, ничего не нужен. Набор электрика, блин, тоже надо делать... Пригодилась электроника. Так, а здесь что-то мне? Запасные лампочки нужны. А запасных лампочек у меня нет, собственно, лампочек. А, нет, есть. Тогда ладно. Парни разбили, блин. А я думаю, что темно так было? А, блин. Сделал, скрафтил лампочку, а потом уже набор делать. Прикольно. Все. Ну. Нет, эту штуку надо починить. Это мини-турбина, это зарядка. Это зарядка моего аккумулятора. Благодаря которому я на этих станциях вообще не заряжаюсь. Так что это надо. Ну, погнали дальше. Ну-с, надеюсь, вы там все сделали, все починили. Опять грабилка. И вы жестокие вообще по отношению к Диду и его машинке. Гоним. Там они что-то про скорость бухтели, что надо с определенной скоростью проходить. Ой-ой-ой. Да ты задолбали с этими дробилками. Вообще не проехать. У меня машина сейчас развалится с таким макаром.
Я ж принципиально не на том поехал, потому что того у меня не было. Магниты я только здесь встретил. Возможность преобразования в магнит. Перегрузка еда на шестой ферме, она отключается. Мы не можем потерять отголосок. Я не позволю. Живо возвращайся. Радиация растет. Я починю ее. Мы почти у цели. Я себя не прощу, если план не сработает. У нас почти получилось. У тебя почти получилось. Мы подтвердим твою теорию. Батя, там слишком опасно. Тобиас, прошу, вернись, Тобиас. Ну да, подтвердить теорию, это, конечно, самое важное в жизни. Тобиас, вернись, прошу тебя, вернись. А тут радиация. Я уже возле фермы. Предохранители расплавились, но у меня есть одна мышлишка. Фрэнсис, ты нужен на панели управления. Уф, нет. Как только Тобиас направит ток, ты должен восстановить соединение. Если опоздаем хоть на секунду, все сети кранты. Почти готово. Прошу, не надо. Сейчас или никогда, Фрэнсис. Черт возьми. Подождите, дайте машину починить. Перенастраиваю сеть. Буду наготове. Так, эту хрень мы тоже сейчас можем потерять, так что придется тоже подмазать. Ну и опять же капот, блин. Достается ему. Барьер обязательно держать в порядке. Все? Черт. Напряжно, напряжно. Химию, пожалуйста. Есть что там? Ай. Ай. Вот это было неожиданно. Че, и лом кончился. Ну, лом у меня, слава богу, есть. Запасной. Ну, хоть одну. Как раз еще на одну пасту. Лампочка. Надеюсь, она мне прямо сейчас не понадобится. Так, плазмы здесь еще аж целых две. Блин, жалко, 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 жалко. Не хочу я, не хочу. Мне его потом девать некуда будет. Ай, ёперный бабай. Тут нужен этот набор электрика. Нет, тоже не буду делать. Не будем тратить ресурсы, чтобы добыть чуть-чуть еще ресурсов. Это нелогично. Ладно, надеюсь, мне этого хватит для рывка. Финального. Главное, что колеса целы, главное, что машина едет. Я надеюсь, что финального, блин. Не сильно, не сильно. Тьфу-тьфу-тьфу. Чуть-чуть потрепало только. На этот раз. Правда, зато колесо потрепало, ну ладно. Опять же, главное проехать. Ай. Ой. Нет, там в туннеле дробилки как-то мягче. На улице они даже долбят сильнее. По-моему.
крайней мере. Мне так кажется. Машу-машу я не зацепил, да? Тобиас, дай сигнал. Тобиас, слышишь меня? Да, я понял. Фрэнсис, я... Вот тебе на, впервые мне еще сказать такой-то момент. Колесо пробило, зараза. Офи, присмотри за ним вместо меня. Тобиас! Да ёпперный бабай. Езжать эти дробилки, блин, это пердец. Конечно! Все. Фрэнсис. Я люблю тебя. Вечно. Я тоже люблю тебя, дружище. Перед дверью из наблюдательной вышки. Да. Питание восстановлено. Фрэнсис, давай! Тобиас, ответь! Прошу ответь! Прошу ответь! Нет, там слишком опасно. Водитель, уровень только стабильный. Можешь открывать последние ворота. Я рад, что я могу открыть последние ворота. Так, где колесо пробито? Вот. Набор герметиков нужен. Ладно, тихо. Набор герметиков, так набор герметиков. Так. Здесь меня немножко отвлекли, поэтому пару мазков я пропустил. Но это не страшно. Я думаю, я так думаю. Все, что ли, точно? А, ну и набор герметиков. Да, и химия это была последняя. Да, так, набор герметиков. Бам, подкачались. Ну, в принципе, у нас есть еще. Можно поискать вот здесь всяко разного. Может, еще химия, пожалуйста, две штучки. Мне надо две штучки. Радио тоже разберем. Немножко медной проволочки насобираем. Ну, будет две штучки, не будет одна только. Зараза. Опять взрывчатку в пластик. Да кому может быть нужно взрывчатку переделывать в пластик? Что за глупость вообще? Кто это придумал? Записька. Лабораторные отчеты. Угу. Нету. Еще взрывчатка. Да, вот тут во что-то интересное. Но я не помню. А, химикаты как раз. Ах ты ж хитрая жопа. Нет, я на это не пойду. Химикаты мне, конечно, нужны, но взрывчатку, блин, жалко. Ладно. Врубаем. Добраться до стабильной подъездной дороги. Это которая у нас? Стабильная подъездная дорога. Где я вообще? А! А, то есть ты мне предлагаешь просто выехать? Все? Эти ядра оставить? Либо возвращаться, да?
Ну, как минимум до этого можно добежать. Давай попробуем. Тут вроде как я проехал, так стало поспокойнее. А, это контрольная точка. Да и тут еще какие-то построечки есть смысл осмотреть. Машина. Я что-то так радостно тут промчался. И не забрал кучу вещей. Кстати говоря, набор лампочек. Те же консервы. Кстати, о консервах можно даже съесть. Темно, блин, и фонарик мне тоже делать не из чего, но... Ай, зараза, а тут химии нет. Так что фонарик я тоже берегу. Встречи с аномалиями какие-то. Вот нахрена может потребоваться пластик превращать? Это ж бред. Вот, блин, вопрос, увижу ли я это ядро. Оно там вроде прямо у дороги, но я как-то пролетел мимо, даже не заметил. Хорошо, что здесь нет выносливости. Можно спокойно бежать. Но плохо, что нет карты. Я не вижу пока ядра. Это потому, что я не добежал? Или потому, что я пробежал? Надо было ехать на машине. Радиейшн включился. Вон, вижу. Раз уж мы тут пробегаем, чё бы не заглянуть, да? Чё химия? Отлично. Ну, сорян, шестерню придется бросить. Хотя... Не придется. Я лучше потрачу пустую консерву. Большую. Чем брошу? Нестабильный, кстати, якорь. Я думаю, будет где этот. Ну вот опять, да, ситуация, когда разные якоря на одной карте. Нестабильный и где этот самый. Дефектный. Слово забыл. Лучше был дефектный. Нестабильный-то у меня хватало. А вот дефекту я бы... Предпочел бы еще один поиметь. У меня их было немного. Ну что, мы прошли, да, получается, внутреннюю зону. Сейчас в нее и въедем. Если я правильно понимаю. Фонит, зараза, тоже. Хорошо. Это вот все якорь тоже, 2,5 кельвина. Не кельвина, а что там? За единицы измерения, не знаю. Не пили меня, пожалуйста. Мы почти пришли. Блин, я как раз потерял на консерву, которую потратил, да? Жизни. Ладно. Погнали к финале этой миссии. Мы потеряли Тобиаса, беднягу. А, тут нет дробилок, тут только на въезде одна была. И все.
И да, я так понимаю, мы проезжаем во внутреннюю зону. Ну да. Стабилизатор, полигон бюро, дымящие столбы, внутренняя зона. Да, здесь у нас стабильно. Это хорошо. Постоянная стабильность. Врата, кстати, тоже открыты изначально. То есть можно собрать, открыть врата, найти стабилизатор. Нестабильность прошлась по всей округе. Боюсь, что Тобиас... А я говорил. Говорил же тебе, что это ошибка. Мы были не готовы. Нужно было все лучше спланировать. А теперь... Мы сделали все, что было в наших силах. Чушь собачья. Тогда Тобиас был бы... Мне жаль, Фрэнсис, но мы должны сосредоточиться на помощи водителю. Замолчи. Ты так значит пережила смерть Алина? Отбросила эмоции и зарылась в работе? Именно так. Напомни тебе, сколько самовосстанавливающихся материалов я открыл за тот год. Ах, какое достижение. Уверен, Ален бы гордился тем, какую пользу тебе принесла его смерть. Знаешь что? Помнишь ту помпезную речь, которой я убеждала тебя нам помочь? Знаешь, сколько раз мне пришлось выслушивать эту чушь от Алена? Это необходимая жертва. Работай обо мне, не беспокойся. Закончи свои исследования, заведи семью, завести семью еще успей. И так день за днем. Тогда зачем ты мне это говорила? Затем, что он был прав. Я не могу позволить себе мыслить, что он был бы неправ. Я этого не вынесу. Лим-технология забрала у меня все, но этого я не отдам. Каждый день я просыпаюсь и думаю, покинь я зону, как мы хотели, Ален был бы жив. Я думала, надеялась, что Лим-технология уже забрала последнюю жизнь. Мне жаль, что с Тобиасом так вышло. Без Тобиаса у меня больше никого нет. Мне нужно побыть одному. Мы останемся на связи. У тебя правда получилось. Запускай стабилизатор. Увидимся в гараже. Да, мы прорвались таки во внутреннюю зону. Отлично. Надо подключить стабилизатор, и можно будет ездить в эти самые территории. Ну что ж, займемся этим тогда уже в следующей серии. Включим стабилизатор, вернемся в гараж, починим машину и сделаем нужные инструменты. У меня есть свинца, по идее, должно хватить на оставшиеся панели, да, где у меня свинец. Свинец, а где ты? Вот, 20 штук. Блин, вообще... А, 24. А там по 8 надо было. Притык. Смешно. Смешно. Ну ладно, хорошо. В общем, серия тогда на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на Торово или Твиче, подписывайтесь на мой канал. Там заглядывайте к нам с Лаградки на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.